Но нам нужна щебенка. Без щебенки никак, мы опять будем утопать. В осенне-весенний паводок у нас все. Мы не можем ни выехать, ни заехать. Общее собрание началось с главного и наболевшего вопроса, а именно, почему не выполняется предписание суда и когда же на их улицах появится хотя бы щебень. Представители администрации тут же стали успокаивать взбудораженных граждан. Дороги будут и очень скоро. Их выровняют и посыпят асфальтной крошкой. Сегодня заключен муниципальный контракт на ремонт улиц, 8 улиц у нас получается. Мы должны завершить ремонт этих улиц до 1 августа, но если погода чуть-чуть нам попортит сроки, то, наверное, чуть-чуть мы сдвинем. Но на этом вопросы не закончились. Как оказалось, из-за бюрократических проблем часть людей не может оформить землю в собственность. В связи с этим возникли затруднения с подключением домов к газовой трубе. Тут же кто-то вспомнил про ямы, оставленные газовой службой после окончания работ. Жители боятся, что в них могут провалиться дети. За этими спорами припомнили и работу коммунальных служб. А там разговор вновь перешел на дороги. Из-за сезонных дождей пути размывают настолько, что люди рискуют остаться без врачебной помощи. Да, проще, скорые даже, они иногда отказываются выезжать. Угроза оставления опасности ребенка. Между тем, обещанный ремонт коснется только второстепенных улиц. Главная улица, она же безымянная, попадет под закатку только на будущий год. Причина здесь, как пояснили представители отдела благоустройства, в ее имени, а точнее в его отсутствии. По каким-то причинам основная дорога осталась без названия, поэтому в судебный протокол она не попала, вследствие чего представителям Фемиды пришлось вписать в него небольшие переулки. Сами жители согласны отдать приоритет в ремонте главной дороги, но постановление суда обязывает город в первую очередь делать прилегающие улицы. Жители с инициативы вышли, и суд удовлетворил их иск. И поэтому вот пришлось вот сейчас уже, как говорится, чуть-чуть раньше паровоза идти. Хотя бы надо было сначала улицу вот безымянную сделать, асфальтировать, а потом уже вот эти примыкающие улицы. Таким образом, денег на безымянную, а скорее всего именно это имя останется за улицей, в бюджете просто не осталось. Ее строительство начнется не раньше следующего года. Хотя и тут активность жителей Восточки была вознаграждена. На их проблему откликнулся депутат Курултая. Большое спасибо депутату Курултая Госсобрания РБ, это Арслану Фазиту Абдулбаевичу, которому мы обращались год назад, и вот на сегодняшний день он выделил для нашей улицы 800 тысяч рублей для того, чтобы мы проложили по этой дороге щебенку. Уже в самое ближайшее время жители Пятой Восточки собираются закупить на эти деньги щебень и засыпать им многострадальную улицу. Причем делать это будут сами, всем миром. Лишь надеются, что погода не подведет, и они успеют закончить работу до осени. Резеда Садридинова, Ильшат Исламов, Время новостей.